Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам в очередной раз показать номер, в котором мы остановились. Отель называется Sari Konak. Это лифт такой здесь, смотрите. Прикольно, видите, вот мы на таком лифте поднимаемся сюда. Смотрите, у нас третий этаж, обитый. Материя красивая. Так, вот номер 301. Заходим. Ну, сразу направо туалет, ванна. Вот хочу показать вам. Ну, все обычно. Как бы без всяких. Лампочка. Унитаз, кабинка душевая. Сушилка. Все как бы нормально, симпатично. Вот это у нас шкаф, здесь наши вещи и сейф электронный. Тоже как обычно, здесь у нас что, телевизор, холодильник маленький, электрочайник есть, такой столик красивый, диванчик. Уголок для отдыха. Тут наша кровать такая. Номер не очень большой, но достаточно уютный, и все тут есть. Кондиционер есть, но сейчас он не нужен. Сейчас январь месяц. И вот такой маленький балкончик. Девушка тут отдыхает на кондиционере. Такой, видите, маленький балкончик. И вот такой вид у нас на Стамбул, район Фатих, отель Sari Konak. Напротив вон там ресторанчик, который мы первый день кушали, неплохо там готовят. И вот такой вид сверху, видите, маленькие узкие улочки, все так красиво и так далее. Ну все, вот такой номер у нас в Стамбуле. Пока, до новых встреч!